Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем красить яйца краснокочанной капустой. Добавляя в один и тот же отвар натуральные продукты, которые есть на каждой кухне, мы получим три разных цвета. В дополнение имеем приятный бонус – космический рисунок. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала подготовим все, что нам понадобится. Затем готовим отвар. Берем 500 граммов краснокочанной капусты, нарезаем ее средними кубиками. Перекладываем в кастрюлю. Заливаем 1 литром воды комнатной температуры и отправляем на плиту. Доводим содержимое кастрюли до кипения. И с этого момента варим капусту на небольшом огне 10-15 минут. Затем процеживаем отвар через сито. И делим его на 3 равные части. Дальше одну часть оставляем так, как есть. Во вторую добавляем столовую ложку 9% уксуса, а в третью чайную ложку пищевой соды. Посмотрите, как поменялся цвет отвара. В миске без ничего он остался синего цвета, с уксусом стал фиолетовым, а с содой зеленым. Можно уже красить яйца, но я хочу получить на них рисунок. Для этого добавляем в каждую миску по 1 столовой ложке подсолнечного масла. Теперь закладываем вареные яйца. При погружении хорошенько их вращаем, таким образом распределяя масло по поверхности. Дальше оставляем яйца краситься от 4 часов до суток. За это время можно их несколько раз перевернуть. В данном случае прошла ночь. Смотрим, что получилось. Яйца в отваре без ничего стали голубыми. Там, где добавляли уксус, имеют насыщенный темно-синий цвет. А с содой получились зелеными. Кроме того, благодаря подсолнечному маслу на яйцах можем наблюдать космический рисунок. Даем яйцам высохнуть естественным путем, а затем натираем их подсолнечным маслом для придания дополнительного блеска. Вот и все. Красивые пасхальные яйца без химических красителей готовы. С наступающим праздником Пасхи! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.